Открытый молодежный фестиваль городского округа прошел в Центральном парке. В 7-й раз праздник собрал самых творческих и талантливых на одной сцене. 350 участников, коллективы и спортивные клубы «Люберец» показали гостям мероприятия свои лучшие номера. Шоу «Балет Арива» давно знаком столичному зрителю. В этот день стильный коллектив выступил на сцене родного округа. Открытый молодежный фестиваль ежегодно собирает самых успешных и талантливых ребят, которые занимаются творчеством в Люберцах. Родина этого фестиваля – это поселок Томилино. Организуется он молодежным клубом городского округа Люберца, который как раз расположен в Томилино. Но в этом году мы решили более масштабно его сделать и перенести его в Центральный парк культуры и отдыха. Я думаю, это логично, это интересно и понравится. Больше люберчан будут знать об этом фестивале. Историческая реконструкция от ремесленного клуба, творческий мастер-класс по рисованию и показательный сбор-разбор автомата от военно-патриотического объединения. Таланты многочисленных направлений молодежного клуба «Люберец» на празднике представили свои умения. В молодежном клубе есть место и спорту. Выступление «Додзё Сакура» призвано привлечь молодежь в ряды любителей здорового образа жизни и разные аспекты единоборств. Самый старший участник Владислав Ратников в карате с 4 лет. В этом клубе он начал свой путь. Сейчас уже тренирует подрастающее поколение. Я посвятил всю свою жизнь этому боевому искусству. Я его всем сердцем люблю. Люблю его не только за то, что он дал мне по жизни. Это боевое искусство помогло мне посмотреть мир, познакомиться с многими различными людьми, помочь новому поколению стать сильнее. Большой окружной праздник, можно сказать, отчетный концерт для талантов округа. Выход энергии и возможность реализовать себя на сцене. Такая возможность у люберецкой молодежи есть уже 7-й год подряд. В этот раз свои лучшие номера исполнили 350 участников. Очень нравится то, что выступает достаточно много человек и веселье. Почаще бы такие мероприятия нас объединяли. С этими мероприятиями становится сложнее и эффективнее. Для самых смелых гостей открытого фестиваля организаторы подготовили сюрприз. В течение всего дня все желающие могли испытать свои силы на бесплатном скалодроме. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.